Всем приветик. Я в гостях. Но это было спонтанно. Представляете, вышли мы с сыном в аптеку. Просто в аптеку сходить купить лекарства. А в итоге попали вообще в гости очень далеко. Сначала мы были на левом берегу, а потом поехали уже дальше. Так сказать. У нас вообще несколько дней, ну сколько, двое-трое суток, да, не было света, не было воды, не было отопления. Тяжеловато, конечно, в этом плане. Ну, может, кому-то и нормально, но нам было тяжеловато. Во-первых, у меня работа зависит от интернета. Во-вторых, как бы сидишь, холодно. Ну, ничего, просидели. Сейчас не знаю, как будет дальше. Сегодня вроде был свет, вчера был. Как будет дальше, посмотрим. Как будет дальше? Прикинь, часа 4 показывают. А чего так много? А я 30. Ты а ты 30. Весишь? Ты 30 весишь, да? Я 64. 40. Привет. Я набираю вес. Наша сегодняшняя компания. Грустно. Подожди, я ж планировала... Какие 64? Да чё грустно, нормальный вес. Ты очень голый, почти как Ксюша. Не, ну Ксюша уже 90, наверное. Не, ну больше меня явно бесит. Если я 64, то нужно 75. Подожди, тихо. Ну, а, тут темно, что ли? Я хочу 50, видите. 5, 7. Может, 57? Ну что, на работку пойду? Раструшу? Я раструшу? У меня рука начинает трусить. Ты делишься со мной? Не будешь? Ня, ня. Я? Я не хочу, девчоночка. Пей ты, зайка. Ня. Ня. Марго. Вон, смотрите, смотрим влог. Мужики готовят. Мама. Тут столько шашлыков, столько мяса. Ой-ой-ой. Я на троечку поставила. Блин, а где это там, где он? У него целый казан капусты. Да? Да, вообще не знаю, сколько там литров. Оп. Видишь, преувеличиваем. А это он, получается, картошку вместе с мясо мясом. Мясо сначала, потом картошку туда. Лавровый лист. Ребрышко. Что там, козленок? Еще и козла готовят. Ёшкин кот. На кого-то, чего-то бывшего, кого-то бывшего. Бывшего готовят. Капец. Вон, да. Смотри, какое мяско. Смотри, смотри. Шашлычок красивый. У нас нет своего шашлычка, так мы на камеру он снимем чужой шашлычок. Козлёнка жарко. Ё-моё, бедняга. Отрывай себе и ложи. Сделали пиццу оторву, на перекус. Да? Оторвешь? Эрни там что-то мясо отрывается, да, развалилось. А? А? Огурчики, колбаски. Кушай. Марго посуду моет. Да, Марго? Смотри, что у меня висит насос. А, нет, сыр висит. Как слюни, блин. Капец. Ты ей не помогала? Я наелся? Ну все, а давай. Наелся. Кушай. Приближаем, улучшаем фокусировку. Ам-нам-нам. Ну, такое себе. Да, конечно, вкусная пицца. Надо сфоткать в Инстаграм. Маленькое видео. Марго это у нас кушает. Кума что-то там скидывает. Инстаграм фоткаю. Я теперь с телефоном, девушка, наконец-то поменяла все. Два месяца как пропасть какая-то, я не знаю. Огрызок яблока. Тоже интересный кадр. Домашний. Пей, пей. Или не пей, подожди. О, она кофе вылила чей-то. Для Вася, да? Целая кофе была. Это кофе, который я тебе сказала по телефону, что я буду пить кофе. Ты же хочешь коктейль? А, да, да. Я да, не да. стала пить кофе. Зачем? Пихаться. Да, да, да. Смотрите, какой шикарный рисунок мы рисуем. Это я нарисовала, типа, лицо. А они почему-то его закрашивают. Какой красивый дядька. Марго, нарисуй что-нибудь.
Давай, нарисуй. Красивый кружочек нарисуй. Давай, переворачивай. Что там? Красивое что-то нарисуй. Ну подожди, не надо так. Сейчас нарисуем что-то красивое, да? И что мы будем рисовать? И это что? Какой-то кружочек, да? Да, Марго? А мы смотрим опять какой-то влог чей-то. Ну я толком не знаю, чей это влог. Ума тут включила. Какая-то девушка. Я влоги так особо не смотрю, только своих. Не знаю, не знаю. Ну что, Марго, что делаем? Обвязываемся? Эрни, помолчи. Хватит задавать вопросы дурацкие. Давай. Потому что, может быть, у меня все-таки аллергия. Мне кажется, это не от сухости. Ну, не может так быть. Ну, как ту зиму... И что ты завязываешь тут? Не было, да, такого? Интересненько. Ты платье себе делаешь? Да. А аллергия может быть, правильно? Вот не было, не было, и вдруг появилось. В общем, что ты из кусков делает? Больная ты. Блогерша. Чего ты казаш? Мама. Куда мы идем? Мы пришли сюда. Уже появится что-то, вместо того, чтобы отдыхать. Культурно. Ой, я, кстати, багетчик свой забыл. Ну да, ну вот цвета меняет, конечно. Появит? Дорогие мои, что будет прекраснее нежданных гостей. Таких, как мы, ничего. И таких, как мы, мы тоже можем прийти на нежданную. Но доченька здесь бегает, где она тут? Just say, I love you. Буду делать, надо межбровку сделать, потому что капец. Два годика тебе, два, да? Видите? Рельс. Надо делать. Делать надо. На меня, тебе что-то красное. Я еще краснее. Мама. Насмотрелась, да? Ничего-ничего, поднимайтесь, друзья мои. Лена, надо ж медленно передвигать. Кальянчик забили. Запрошуємо вас провести нову річну ніч з кафе Бар Парк. Нам удобно, хорошо. Що за парк? А вона, ми відмічаємо там парк на день рождения. Можемо там Новий год привезти. Приїжджай нас, господи, проведемо Новий год. Сара! Сара! Тепер как я Сара купила? О боже, я себя по козлоке сижу, как порожняку. Сара, я здесь не смогла, короче. Сонечка, иди походи. Иди поди, Сара. Не смогла. Я устала тебя держать.
Коть, можно тут? Так, что-то уже как-то снимает, знаете, не очень, когда свет плохой, начинает снимать не очень. Я хотела сказать, что мы уже дома, и мне не нравится, что снимает не очень, что-то блымает там. Я поставила 30 кадров в секунду, у меня стояло 60 кадров. Я поставила 30, посмотреть, как будет снимать, как будет съемка вообще. Сейчас я пью чай и буду ложиться отдыхать, потому что я устала. Мы уже приехали, все хорошо, хорошо доехали. Правда, не сбили, чуть собаку не сбили огромную, она тупо вышла на дороге, огромная овчарка, и мы ее чуть не сбили. Он так вывернул руль, пипец. Я не знаю, откуда она взялась вообще, она тупо резко появляется, огромная такая собака на дороге, и прям стоит и смотрит на нас. Я говорю, мать его, собака, он выворачивает тот руль, короче, капец. А так все нормально, доехали хорошо. В принципе, будем уже отдыхать. Так что, молодцы, кто досмотрел этот влог, если кто-то его досмотрел.